субботу в Самарской области малооблачные без осадков, 25-27 тепла днем, ночью 16-18 выше ноля, ветер западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани облака, днем плюс 26, ночью плюс 18, западный 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем 25 тепла, ночью 17 выше ноля, западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 25, ночью 17 градусов тепла, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, температура воды в реке Волга 20,3, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.